И вот еще одно видео, которое в эти выходные облетело соцсети, став новым примером мужества и героизма российских военных. Поехала техника! Наблюдаю, поехали! 2 танка, 4, 5 бронемашин! Схватка в Запорожской степи в начале украинского контрнаступления. Один российский танк встретил колонну бронетехники ВСУ. А у нас там один Алеша! Для прорыва противник использовал американские бронемобили «Макс-Про» с десантом под прикрытием 2 танков. Пусть поддержат, пусть что-нибудь накрывает сапогом. Наш экипаж сходу открыл огонь. Машины ВСУ, маневрируя, начали подрываться на установленных минах. Скажи, пусть АГС накрывает туда эту железополку. Мы видим, как российский танк отходит для смены боекомплекта, возвращается с подкреплением и при поддержке нашей артиллерии продолжает добивать украинскую колонну. Пусть прикрывают! Всего в этом бою ВСУ потеряли 8 единиц техники и около 50 человек личного состава. Герой России будет в натуре! Красава!